Америке еще не видела трамвайных путей. Первый городок. Трамвая, конечно, мы не видели, но они не демонтированы, то есть теоретически должны быть функционирующие. Здание сюда. Bus stop. Uh-huh. You can wait on the bus and not be in the wind and everything. Старое здание 1901 года. Шериф. Что делает здесь? Так, сейчас пойдем downtown. This church built in 1856. Yeah. And Reverend John Weeks from Nurture led to the first church 1833, but this church was built in 1856. That one there was 1900. Здание 900 года. Пройдемся туда, к Yeah, like burning something. Marietta City Building. Видите, какой маленький городишко, вот это их City Hall. Так, а мы сейчас хотим посмотреть, что вот это такое. Люблю приезжать в такие маленькие городочки. Такие интересные дома. Можно здесь встретить. Так, ну это, наверное, какая-то очередная церковь. Church here. Uh-huh. Right up next to you. Сейчас посмотрим. There's a Baptist church. Понятно, баптисты. Товарищи, хочу вам сказать, сегодня здесь очень даже прохладно. Детвора вы видели? Какой дождик, гляньте, как миленько. 1906 году эта церковь была построена. Вау. Да, 1906. Какая улочка милая. Интересно, детская площадка внутри. Что это такие? Жилой дом, что ли? Так интересно, всегда ходите догадываться, что же это такое. No smoking, согласна. It's a place for college kids where they go to, they stay when they go to college, that's all it is. Вот это колледж. Sorority or a fraternity house. Почему-то у меня ощущение от этого желтого домика, ну, песочного цвета, как будто бы я где-то в каком-то маленьком городке у нас в Украине. Вот это вот стеклянная, как этот подъезд, прихожая, в общем, будка.
У нас таких, да, полно. И вообще вот этот стиль. Ха! Надо же. Pool. Do you want a pool now? No, I don't. No, why? Там бассейн предлагают скупнуться. Солнышко приятно так. Ну, чтобы вы понимали, мы такие, видите, слегка примерзшие. Прохладно. Вроде бы и солнышко, но ветер очень неприятный такой. Парочка симпатичных домишек. Так, ничего особенного, просто гуляем. Мы любим выискивать всякие интересные домишки. И смотрите, прям как маленький замочек. Вот этот вот. И этот красненький за ним тоже симпатичный. Но этот прям вообще как теремок. Только. That one's, yeah. Ты еще такой нашли. Муж очень любит, когда вот такой вот вокруг. Ну, это как не балкон, а веранда, где вы можете посидеть. Иногда прям вокруг бывает всего дома. Мы к той церкви идем. Тоже, видите, с верандой такой. Ну, это такой, конечно, домик неухоженный. Хотя он сверху уже крыша покосилась над верандой. Такой себе. А сейчас посмотрим, что там за церковка. Тоже симпатичный. Такой, как из европейских сказок, да? Хорошкин. О, этот большенький такой домик. Величенький. Смотрите, там. Ой, классный. Классный домишко. Еще одна лютеранская церковь оказывается. Церквей, конечно, обычно в таких городках немерено. Какой дом огромный. Неужели это на одного хозяина? Смотрите на это здание. Какая долепка. Дин-дин-дин. И какая верхушка уродская. Непонятно, что это они тут такое делали. С ним. Там впереди. Вот тут. По производству изделий из кожи 1867 года, через 2 года после гражданской здесь войны. Ага. Кое-кто опять курит. Ой, вечная борьба. Ivan was here September 19th, 2004. Ivan who? Looks like not Ivan, just Ivan with big money. With this? I think you'd like that.
the stockade were dwellings, the first store and first tavern in the Northwest Territory. Marquis de Lafayette landed here in 1825. Steamboats, packets, and showboats piled the Muskingum and Ohio rivers in nearby wharf as a business. Today, huge tow transports and homes about Indians here in this corner? There was a fort built here to protect the early settlers from the Indians. Virginia, right over there. This is West Virginia? Yeah. Это уже восточная Вирджиния, ой, западная Вирджиния. West. Западная Вирджиния. Через реку Огайо. Marietta was founded in 1788. And named in honor of the Queen of France, Marie Antoinette, 1755 to 1795. So this city, yeah. This town. Uh-huh. This city was named after the Queen of France. То есть этот городок Мариетта был основан в 1788 году и был назван в честь Марии Антуанетты. Just so you know, this Lafayette guy, he was a French guy who helped the Americans during the Revolutionary War. Right? Американцам во время войны, когда они там пытались от французов. Да. Что? Окей. As a time capsule and learn about the history of Lafayette Hotel. You just pick it up and listen, and it talks to you. Можно снять трубку и послушать историю Лафайета, этого отеля. Where? Down here. Follow the sign. С нами приключилось. Что-то там произошло с батареей. Пришлось вызывать вот эту вот машину. Эвакуационную. Господи. Вот. Очень романтическое завершение дня. Сейчас он будет затаскивать нас на эту платформу. Так мы романтизируем, романтики. Посмотрим, как он это будет делать.
быстро приехала машина, где-то минут через 20 до того, как вызвали. Мы думали, что мы тут всю ночь останемся сидеть. Fill this out and I drop it in the box here, and then when they come in the morning, they will know what to do, right? And it's got my email and my phone number so they can call us and say, hey, that's what we found, blah blah blah. That's how it's gonna be. Okay. То есть что с машиной, что случилось и контактные данные, чтобы они завтра перезвонили и сказали, что там еще они нашли, сколько это будет стоить и когда можно забирать. В общем, как-то так. This right here, again, right here, I filled this out, so they'll take a look at it when they come in. Right there, I put the key for the car in there. And then I seal it up and I put it in this box over here.
Положи туда ключи. Ну, в общем, он оставил заявку о том, что там за проблема у нас, как мы думаем. Вот, оставит ключи от машины. И будем ждать звоночка. Все, пока. Вот так заканчивается наш денек. Веселенький. Все было романтично. И вот так все получилось. Ну, от этого никто не застрахован, правильно? Главное, чтобы все были здоровы. А то как-то последние новости у друзей не очень. Все, ребята, оставайтесь в безопасности, здоровы, берегите себя. До новых видео.